Привет, ребята и девчата, канал Дядя Слава, я, как всегда, Славка, ну а вы, мои любимые подписчики на ваших экранах. Рафт, раз прошли, теперь Рафт играем, я постоянно путаю эти два имени. Что, загружаем мой мир, убогие, я уже забыл, как он называется, убогие, да, живем в убогие. И продолжаем выживать в открытом пространстве водяном, искать острова, создавать более глобальные вещи для выживания. Но для этого нам нужно, конечно, изучить, найти их. В руках у нас только крюк с веревкой и, в принципе, стаканчик, чтобы пить воду. Что, сейчас начнем? Я помню, в прошлой серии мы начали, по-моему, на остров доплыли, да, на котором была пустота. Ни хрена особо ничего не было. Я поныряю там, поразбивая блоки. Не блоки поразбивая, а эти камушки, там, известняк. Посмотрим, что он из себя представляет, что он нам даст для изучения. Ну давай, грузись. Расширяйте плот при помощи строительного молотка. Это у нас есть, это мы знаем. Как я уже говорил ранее, игра похожа на жизнь Пи, где мы выживали, один мальчик был в лодке. Пока идет загрузка, сразу скажу спасибо вам за просмотры, за ваши лайки и комментарии. Давайте добьем до 500 и пойдем дальше, выше, выше. Пожалуйста, не поленись, спустись вниз, нажми подписаться, оставь свой комментарий, любой, неважно какой, просто оставь комментарий, нравится тебе видео, не нравится. Если хочешь дальше смотреть, нажми на колокольчик. А еще у меня есть страничка в Бусти, где ты можешь подписаться на меня, оформить платную подписочку. Также на странице в Ютубе, на главной, я прикрепил ссылочку на свой Donation Alert, где ты можешь меня, в принципе, поддержать, отправить донатик, либо дождаться выходного стрима, и там уже можешь прям задонатить, задать свой вопрос. На все вопросы буду отвечать и читать. Так, что у нас тут? У нас остров есть. Чем нам бить? Вот, каменным топором, наверное, да, надо бить? Для камня давай изготовим его. Я думаю, все-таки им. А он у меня был. Представляешь, каменный топор-то у меня есть. Ну, не строителем же молотком херачить. Подожди, где мы? Удочку можно пока выбросить. Вот чем мы убить? А чем бить? Вот этим? Нет. Подожди, он всплыть. А чем бить-то? Вот молоток. Написано же разбить. Нет. Веслом тоже нет. Копьем тоже нет. Подожди, а чем, может, Е? Нет. Чем разбивать эти камушки-то? Так, так, так. Мокрый кирпич, весло, якорь. Это все у нас есть, да. Странная хрень. Может, пустыми руками бить? Ну, тупо. Я не могу ничем разбить. Ну, молотком же, по идее. А, блядь, ну. Странно, ребят. Я, наверное, сейчас туплю просто, нереально, да?
А все, наверное, так просто, а я дурак. А хохочек, что, ты что, можем его съесть, да? Кокосик мы съели. Можем съесть луковицу. Или это что это такое? Ну, хоть немножко поели. Так, 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 так. Антенна, приемник мне не нужен. Сырая скумбрия. Ну, поплыли тогда, потому что что еще я могу делать? У меня нету ни молотка, ничего. Якорь снимаем. Ну и плывем, естественно. Не-не-не, давай туда, туда, вот туда плывем. А-а-а! Блядь, вызовись! Все, да, плывем. Вот так вот. Все, прощай, островок. Сейчас рыбку пожарим. О! Быстро ты ее съел, конечно. Хрум-хрум-хрум, и не стало рыбки. Ты что, ты зачем сырую съел рыбу? А если ты заболел бы? Тут просто кнопки не перепутаны. Вот, наполняем. Налили. Наполнить пресной водой. Пьем. Наполнить соленой. Положить. Ах ты, блядь, идет сюда. Так. Плывем дальше. Куда вообще плывем? Не знаю, надо это, рыбку половить, рыбы нет. Надо вспомнить только, как ловить ее. Ну? Ловись рыбка большая, маленькая, давай. Оп! Поймал, да? Да, морского леща. Ел морского леща хоть раз в жизни? Я вот ел, нет. Я речного ел. Поднять готовую скумбрию, положить доска, положить сырой лещ. Лещ какой-то маленький. Кстати, заметил, нету больше ни досок, ничего не плывет. Что-то ничего нет. Ну... Опять лещ? Нет. Другая рыбка. Вот остров позади остался. Мы плывем дальше. Что, чайки орут? Да, чайки кричат. Рыбку мы пожарили. И вторую рыбку. Вот это, вот, я понимаю, рыбина. Так, а мы пока изучим, что можно изучать. Стул, стол, табличка. Роза, зачем она нужна, непонятно. Парус, весло, флажок. Мокрый кирпич. А для чего нужен? Его можно просушить на плоту. Гвозди для скрепления предметов. Ну, в принципе... Рабочий стол, он у меня же есть, да, рабочий стол? Только он мне не нужен пока что. Плывет, плывет, смотри, дура. Ты жарься, жарься, не смотри на меня. Так, у нас доски есть, есть. Блядь, вот надо ограждение делать, чтобы не падать. О, большой остров. Ёлки-палки. Оттуда большой остров. К нему плывем. Давай якорь сделаем сразу. Якорь, якорь, якорь. Разовый якорь. 4 веревки и 3 камня.
Ах, сколько у меня, две веревки. Блин, две веревки. Стой, 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 нам надо на этот... Прям 100%. Так, сплавы сейчас за бочками. Давай, ладно, сплавы, это не успеем. Бегом, 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 бегом. Так, чтобы нас не съели. Пластик. Спасибо, не ешь. Не, только не ешь сильно. Подумай, за жопу укусила. Так. Все, веревка еще одна есть. Три веревки и камень. Камень. Камень есть, да? Так, так, одноразовый якорь. Где он? Где одноразовый якорь? Одноразовый якорь. Еще одну веревку надо. У нас нет листиков. Листик, блин. Иди отсюда. Ну смотри, какой здоровый остров. Вон у него еще верхушка. Я не могу лист найти. Вот, на него мы сейчас и высадимся. Может быть, там и жить будем пока. Так. Иди отсюда. Так. Так, а мы на него прям плывем, да? Да. На. Иди отсюда. Ну где листья? Что-то вообще мусора нет. Так, съешь рыбку. И еще одну давай. Так, попьем. Так, выпить. А что у меня там налито? Понятно. Вот, плывем прям туда, так. Что делать-то, а? Где мне якорь взять? Просто листьев тупо нет. Один листочек и все. Я даже посадить ничего не могу. У меня есть семечки арбузные. Пластик есть. О, птичка огромная летает. А вот там наверху что-то есть. Исследовательская база что какая-то. Нам нужен этот остров. Просто нужен. Еще вправо давай. Сейчас мы пальму попилим, от нее упадут листочки. И мы сделаем здесь якорь сразу же. Не-не-не-не-не-не, да, вот так вот. Я думаю, здесь залезть сможем? Что, вода появилась пресная? Есть. Так, сырой рыбы у меня нету. У меня еда закончилась, кстати. Картошка только осталась одна. Так, давай, давай, давай. Что, рискнем? Давай. Пока плот плывет, мы быстренько слетаем. Да, 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 да. Если бы в реальной жизни так было все просто, да? Ты плыл, ты акула, там чуть-чуть, хам. Ой, это уже не чуть-чуть. Так, 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 пальму, пальму, пальму рубим. Где дерево? Вот дерево. Пальма, иди сюда. Доска. Лист. Хуя себе, там еще что-то. А вот сейчас уже как бы не очень здорово.
Как бы сейчас могут убить. Лот вообще медленно плывет. Как бы сейчас вообще не смешно. Как бы да, совсем-совсем. Болен, ждет спасения. Какого спасения? Я умер. Потеряно 2/3. Бля. Я даже исследовательский стол потерял. Слышь, давай плыви на остров, ты чё? Мне нужно знать, что на нем. Еще шторм начался. Блин, что делать-то? У меня даже нету этого. Маленькая грядка. Она у меня была всегда. Обычный гриль. Ну подожди, у меня нет оружия. У меня даже веревки нет. Только что мой опреснитель потерял. Ты будешь плыть, нет? Побежали быстрее, нам только одно спасение. Это единственное спасение, надо... Потому что мы не можем, плот не может подплыть к острову, поэтому надо быстрее плыть. Еще птицы здесь злые. Аптечки нету, ничего нету. Да мы сами быстренько нарубим дерево. Ага. Ага, два листочка. Бля, больно. Сейчас мы исследуем остров. Давай арбузиком покушаем, пока бежим. Угу. Так. Можем еще пальму побить. Доска, доска, кокос. Хорошо, хорошо, бей. Хорош. Теперь мы можем сделать, да, себе каменный топор? Ага, сейчас. У нас камней нет и веревок. Теперь веревка есть. У нас топор есть теперь, да, все есть. Так, идем дальше. Нам нужно залезть наверх. Потому что наверху я что-то видел. Главное с птицей не столкнуться. Птица явно недружелюбная и не хочет быть. И дружить она тоже не хочет. Так, что это такое? Желтый цветок, мне неинтересно. Я не знаю, куда плот уплывет у нас. Да и хер бы с ним. Новый построим. Так, как бы туда нам подняться-то? О, пещера, да? Нет? Да, пещера. Что это такое? А у меня лопаты нет.
пещерные грибы, их можно кушать? Опа! Кто-то здесь жил явно. Поднять я... Ух ты! Доски, доски, хлам, хлам. Рецепт выбитый кокос. А взбитый кокос, выбитый кокос. Камень, железная руда. Это здесь явно кто-то жил. А вот как раскопать, конечно, лопату? У меня лопаты нет. Надо на этом острове все залутать, ящик сделать. Пока есть такая возможность, конечно. Деревьев нахерачить, напилить. Так, нам нужно как-то наверх пробраться. Вон туда. Сохраняться нельзя, нет. Можно, можно. Сохранился. Поднимаемся. Да что такое? Белый цветок. Мы все выше и выше поднимаемся. С птицей вот как справиться? Вот этот вопрос. Мы все попробуем убежать от нее. Ананасы! Хрена себе! Ты кто, блядь? Уйди, уйди отсюда! Отстань от меня, дикий кабан какой-то! Ай, бля, больно, кабан! Все, давай, разошлись! Все, ты по своим делам, я по своим. Бежим, бежим, бежим. Все, сюда не залезешь. Так, я почти залез наверх. Ты смотри, там дом. Я реально смотри, домик. Курицы. Здорово. Ай-яй-яй-яй. Подожди пока. Красные ягоды берем. Некуда ложить, что ли, да? Подожди. Потом возьмем тебя, сейчас, подожди. Ананас есть. Что это такое? Сок лианы? Арбузная семечка? Не, ананас давай съедим. Что это такое? Торговая база? Хрена себе. Рецепты, рецепты, клаксон, шкаф, компас. Чили, перец, приправа для блюд. А у меня нет монет. Сейчас нас птица убьет, надо валить отсюда. Болт. Блин, а что выбросить-то можно? Шарнир. Мне болт нужен. Стекло. Ну давай удочку выбросим, хрен с ней. Я лучше болт возьму. Ананасы, как же это все взять-то?
Мне нужен ящик сделать срочно. Он еще выше есть. Кабаны ходят. Подожди. Я, конечно, сохранюсь. Я уже, в принципе, сохранился. Давай выше. Так. Куда еще выше-то? Значит, здесь кто-то жил, здесь люди есть. Подожди. Оп. Оп. Вот так вот и, в принципе, находит новые вещи, да? А то я думаю, как мне найти новые вещи-то? Красные ягоды. Он здесь связывался, сигнал пытался поймать. Стекло, болт, хлам. Так, а мы же можем построить, да, теперь? Маленькое хранилище, да. Так, сохранимся. Теперь где плод? Где наш плод? Сейчас мы хранилище на нем построим. Если, конечно, плод не уплыл никуда. Я не вижу, где он. Что, прыгаем? Придется прыгать. Прыг. Ну, спускаться намного быстрее. Смотри, что делает, а? Птица-то. Кидает камни прямо в нас. Я разобьюсь? Нет. Нормально, здесь нет урона от падения нету. Надо найти плод. Такие звуки страшные. Так, ищем. Где-то здесь я вылез, да? Потому что я бревно помню. Хотя не вон, здесь повсюду. Неужели плод уплыл? Ну вот здесь я помню перешел вроде бы, нет? Что, реально без плода остались? Ну ладно. Сейчас я по кругу, конечно, пройду на всякий случай. Прикинь, плота нет. Хотя он должен был быть. А что за книжечка один? Походу, реально мы плод потеряли. Хотя, подожди. Вот здесь камни были, я между камней хотел пришвартоваться. Может быть, мы вот здесь сейчас найдем.
Да нет, думаю, построим, если что. Не так критично. Плот уплыл, наш родной плот уплыл. Вот тебе это надо, вот скажи, вот тебе это надо, да? Как будто я им что-то плохое делаю. Слушай, я уж по кругу хожу. Ну да. Ну блин, он сейчас убьет меня. Блин, я жрать хочу. Чтоб сожрать, и нечего, да? Все, я сейчас сдохну. А как строить плот с нуля? Фундамент. Прочный фундамент. Подожди, у нас кокос же есть. Ты что, вообще что-нибудь даже бегать не хочешь уже? Ну-ка, пошел. Пальма, пальма, нужна пальма. Быстрее, быстрее, надо выжить. Доска, кокос есть один. Съел один. Кокоса нету, да? Сейчас мы наберем, надо еще поесть, еще нужно. Мне надо понять, где-то быть, как встроить. Блин, а что выкинем? Давай пока выкинем пальмовое семечко, пока выкинем. Возьмем кокос. Кокос съедим. Все, идем строить плот. Как его строить? Реально, как его строить вообще из ничего? Ремонт, заменить дерево. Это не смешно, ребят.
Не, ну я все понимаю, а как строится-то? Я так понимаю, вот. Как строить? Либо я что-то не то делаю, но строительный молоток. Все верно. Достраивать нижний этап. Походу, мы сейчас здесь с вами окочуримся. Будем жить здесь тогда. Так. Чтобы у нас вещи сохранились. А что, нельзя на берегу его поставить? Пусть здесь пока лежит. Нам надо выжить, до пальмы дойти. Вон пальма. Сожрать кокос. Кокос ценой своей жизни. Давай пальмочку постучи. Да как? Сейчас умрем. Реально умрем сейчас. Ай. Бля, нету кокоса. О, манго, манго, она очень много дает, я помню. Давай, манго. Стучи дальше. Ты делаешь? Манговое семечко взяли. Так, манго сюда едим. Все, немножко есть. Ребят, как мне плот построить? Так, где я выбросил свою эту хрень? Так. Может, бак какой-то? Что, я не могу полностью новый строить плот, что ли? Вот здесь взял, построил. Может, куда-то нажать надо? Деревянный настил. А может, у меня то, что пластика нет? А может, в натуре пластика, потому что нет, один из двух. А где мне пластик взять?
Кстати, возможно, вариант, что пластика нет. А я дурак не увидел. Так, нам нужен пластик с тобой. А в воде нету, да, пластика никакого? И мусора я не вижу никакого. Что делать-то? Прибыли на остров, но все это, блин, смертно. Когда-нибудь припасы закончатся, мы все тут, все манго, все арбузы пережрем. И все, и конец. Он арбуз вообще ни хрена не питательный. Все, сожрали арбуз. Отвали от меня. Так, это плохой берег, но там был другой. Или это он? Нет, это другой берег. Сейчас мы выйдем на более чистый. Еще пластика нет. Вообще какой-то... Вроде остров большой, вроде бы там мы что-то нашли, а толков от него нету. А, исследовательский стол, я понял. Мы должны были всякие предметы ложить туда. А он показывал, что можно из них строить. Все. Вспомнил. Только мы потеряли стол. Так, ищем пластик в воде. Труба. Так, пластик найдем, нет? Или мы сейчас смерть здесь свою найдем? Рыбы есть, пластиков не вижу. Железо есть. Я вообще не понимаю, что делать теперь. Мне реально нужен пластик. Просто тупо. Мы просто не сможем построить. Смотри, вот. Основа плота. Пластик, пластик. А вот треугольный фундамент. Я же могу... Может, я из треугольников буду строить? Ну-ка. Эльчи! Эльчи, ой! Не, ну смотри, я даже тут не могу просто построить. Поэтому, скорее всего, маловероятно. Короче, мы остались жить, да, на этом острове. Все. Давай так, я прекращу эту серию пока что, потому что, видимо, нам суждено остаться на этом острове. Построить я вот ничего не могу, он не строит. Ну нет ничего. Я даже просто настил, вот. Я ничего не могу строить. Давайте на этом тогда пока прекратим. Вы мне в комментариях, может, напишите, как строить реально-реально плот. Потому что я не знаю, как быть дальше. Все. Плот мой, плот уплыл. А новый построить почему-то я не могу.
И это очень странно. Почему из новых я не могу запчастей? Ну это очень тупо, реально. Вот деревянный настил, не могу построить. Треугольный фундамент, на него вроде все хватает. Вот на такой обычный, вот. То есть я должен какому-то плоту приделывать свои запчасти, да? А новый я не могу построить. Ну, либо я дурак. Ладно, ребят, давайте на этом-то прекратим. С вами был Славка, канал Дядя Слава. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Ну, а на этом все. И пока. А дальше будет еще интереснее.